Я тут до весны буду эти дрова рубить, елки-палки. Пипец, это оператор печку вчера затопила, и у меня теперь, Марат, все, теперь я жарить перестаю, начинаю дровами, ешкин кот, заниматься. Да, она такая-то пила, понял? Потому что топориком по старинке хорошо, но у меня Катюня такая, что говорит, чтобы печка у меня зимой не вырубалась, понял? Ёшкин ты кот. Я говорю, это мы мангал будем с Маратом жарить. Она говорит, нет, это вы себе жарьте. А мне, чтоб... Чтоб дрова были сложены. Чтоб печка была заряжена, да. Да еще так. Что ты там говоришь, Сереженька? А? Что ты там говоришь, Сереженька? Жалуешься на меня, говорю, да? Что люблю тебя. А-а-а. И пусть весь привоз за это знает, елки ты палки. Спроси бабу Катю, рыба вкусная была? Алло, баб Катя, люблю. Ага. И вас тоже люблю, и Катьку свою люблю, чтобы она была здорова с этой печкой. А, кстати, как рыба? Нормальная, да? Да ты что, пальчики оближешь? Рыбец? Молодец, ты что? Наш Липованский. Все, целую, хорошего дня. Фух, короче, друзья, всем привет, с вами есть Липован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, да ты что? Где? Марат, Джан, здоровенький. Всем шалом. Всем шалом. И что? Фурики-то, мы такие с ним два парня, что снимать их не хотим. Алиночка, целую ваши ручки. Короче, сегодня генеральный спонсор нашего выступления. Шматочек сала. Файная цибулька. Великолепная, Вася, картошка. И все. Да подожди, ты там еще у нас там, как это, оселедец имеется. Да? Марат такую селедку на привозе оторвал, говорит, Серега. Лично руками ее ловил, душил. Ты шо, ты шо, короче. Щупал, выбирал. Да, сегодня видео такое будет. Из раздела, да, вот что самое элементарное, самое простое, самое вкусное. Приготовит даже ребенок, короче, а за спонсоров я говорить не буду, потому что спонсором является хорошее настроение, да, всего нашего канала. И замечательные друзья, спасибо, я сейчас помню кому. Ты шо не видишь, в чем я, ай? Ёшкин ты кот. Прибыла в Одессу банда из Клайпеды, жулики, бандиты, шулера. Банда занималась темными делами. Липовану от Инны и Бориса, подписчики, Литва, Клайпеда. Ребята, снимаю шляпу, спасибо огромное. Вот такую подогнали, мама дорогая, шо? Как это называется? А? Свитшот. Толстовка, свитшот. Mm-hmm. Да ты шо, ребята, от всей души с хорошим настроением буду носить эту штуку для вас и днем, и ночью. Но сегодня вернусь по старинке, подержи. Ё-моё, аж заглючило. Ты шо? Сейчас, две секундочки. Обера хоудю ту-ту-ту-ту-ду-ду. Хоу! Он тебя устраивает? Я выкинул? Да. Вполне, Марат. Я смотрю, там трусы нормальные висят. Ну, а что вы думали? Для стриптиза очень подходит. Как это иногда? А так все нормально. Да стирает сам. Марат, я их так устраиваю, чтобы ты понимал, да? Что они аж потеют. Я их сушу, понял? Каждый вечер я выношу, выжимаю этот фреш липованский и сушу. Так что, Катюня, вечером я, как обычно, буду занят? Топить печку и жарить карася. Так я тебя еще не называл. Короче, шо, картошка у нас есть. Приготовим сегодня картошку по-домашнему. Саня, братуха мой липованский, вот такое сало подогнал. Ну шо, как с таким салом не приготовить замечательную картошечку? Та ты шо, как говорят липоване, вечеря. Сесть повечерить, вино у нас липованское есть. Самогонка тоже имеется. Короче, шо мы будем делать? Почистим. Будем готовить картошку на сале. Не картошку с салом. Или в сале. А картошку на сале. Это немножко разные вещи. Покажем. Все просто, я думаю, все вы умеете. А вы готовились вот это, чтобы были две желтые мисочки, желтый ножик? Кать, это у тебя только там фантазии вот эти вот, чтобы все совпадало? Не, у нас так вышло. Все, выключаю уже этого, как его, кого? Дизайнера. Уже все построили, хватит. Нет, рано, Марат. Что делать? Короче, смотри. Все элементарно и просто. Казанчик отдыхает, вот он плов приготовил твоими руками. Обалдеть, это не казан, это сказка. Это какой... 30-ка, я ее больше всего люблю. Ага. Больше, чем 16 и больше, чем 80. Чем 80, Марат. Ну, не так, как я люблю эту сковородку. Да, это сковородка. Димончик, редненький, благодарочка, сегодня будет тефаль, тефлон, нервно завидовать, как будет шмалять, эта сковородочка на сале. Что я хотел сказать?
Ничего. Я режу. Ну, я думаю, я сначала нарежу. Ты шмаляй сало. Угу. Перчик тебя не, не мешает тебе? Нет. Слава богу. Так, что, дрын-дын-дын-дын-дын-дын-дын, понеслась. И что? Тебе сказали на приводе, что это лучшее? Сказали, для жарки вот эта картошка лучшая. Даже не сказали название. Сказали, вот попробуйте, придете еще раз за ней, тогда скажем название. Ребята, чтобы не держать интригу, смотрите. Должна быть вот такая горбатая, красивая и побольше. Вот такая вот модель картошки вам пригодится для жарки. Слышишь? А вот мне интересно, Макдональдс с чего начинал? Картошку жарить или сразу бургеры придумал? Я думаю, одновременно. Да? Ладно, ну мы не Макдональдс, начнем потихонечку. С картошечки. И что? Вот смотрите, я нарезаю сало, ребят, не на тонкие кусочки. Как... Я же хочу, чтобы ты показала, ты что не видишь, что я раздвигаю не просто так, Катюня. А вот такие, вот прям как когда мы делаем плов с курдюком, вот такие вот кубики. Да ты шо? Да. Ты шо? Ё-моё, вот оно сало в шоколаде. Потом поймете почему. Ты уже и меня заинтриговал. Вот же любитель недосказать. Я бы сразу все рассказал. Бабах, трахбах и готово. Короче, у вас там есть время, ребята? Что там? Сварить макароны? Ага. Или гречу. Усаживайтесь поудобнее. И чтобы у вас все было хорошо. Ты чтоб, как это, блин, мама нам погоду дарит, сегодня вообще шедевр. Такие три дня были прямо ураган, новости читаешь, аж страшно. А тут, смотри, даже воробьи не поют. Миланя в елках спит. Да, это наша главная елыночка. Убаюкал. Но здесь она спит, конечно, по-другому. Только выходишь, шикардос. Да, просто удивительно, Серега за 3 минуты укачал. Атмосфера, Марат, а бывает и меньше, даже бывает меньше минуты. Слушай! Шо? Я придумала. Теперь ночью, когда она не спит, ты берешь колясочку и на улицу. Нормально она придумала, я тебе хочу сказать. Это только ты посмеялся, потому что ты знаешь, о чем идет речь. Да, она вот это вот сколько уже не спит у нас? 3-ю ночь. Значит, лезут зубы. Так это не ко мне, а к стоматологу надо. Я здесь почем? Пусть он ее убаюкивает. Ох, Сережка, Сережка. А где ты взял эту большую банку с помидорами? Ой, с огурцами. Я люблю тебя, Марина, все сильнее день на дня. Без твоих огурчиков, Марина, не могу прожить ни это дня. Это Марина, да? Ах, Мариночка, Марина, как она квасит арбузы. Ей завидует Маратик, и по-любому даже ты. Конечно, от Марины. Ты шо? Слышишь, что я хотел сказать? Скажи уже. Пила мне какая-то нужна, Катюня. Ты хочешь, чтобы у тебя печка регулярно работала все время, постоянно? Насколько я знаю, дрова топором обслуживают. Чем она тебя не жалеет, понимаешь? Да вообще именно. Вот что касается, когда там что-то ей надо, понял? Там именно по последней модели она ищет. Что ты меня откатываешь в камень на век, елки-палки? Да, я с топором, но ты и что? Ну же, я же есть инструменты, там электро, шмяк-шмяк, одел такой кружок, дзюнь-дзюнь. И готово. И я не устал, и ты довольна будешь. Потому что если я устану, так оно тебе надо. Тогда эти трусы будут сухие, ты скажешь, нафиг мне эти твои дрова и печка. Ой, Марат, вы слышите, с какой скоростью он говорит? Да. Нет. Даже я уже привык. Нет, хорошо, я хочу сказать, что тогда, если буду там лохматить топором, тогда возле этих трусов будет висеть и тельняшка. Но когда, это как в том анекдоте, когда у меня кепка вот такая, поняла? Вот когда там висят трусы просто без тельняшки, значит все хорошо. А если с тельняшкой, то я устал, но его в баню. А вообще, что я хотел сказать, откуда родилось это блюдо? А блюдом не назовешь, это просто традиционная еда, вечная, вкуснейшая. Натолкнул нас на нее Юра Борисполь, чтоб ты был здоров, родненький. Он там что-то, Марат, такое придумал, ты не понимаешь, что я еще сам даже не знаю. Звонит мне, говорит, Липованчик, я делаю так, что никто в мире. Вот, не веришь, беги на почту. Я прибежал на он почту и таки да. Шо? А там ничего сложного. Юра, а ну поправляй, родненький. Шар капусты, шар огурков. Шар капусты, шар огурков. А что он туда добавляет, я даже не знаю. Ну там в посылке есть. Он сказал, вот те 2 баночки, говорит, никому никогда. Ну может ну, быть. Разве что маме. Может быть иногда, чуть-чуть Марату и маме. Сам, говорит, посмакуй, кайфанешь. Ты понимаешь? И я
Парень, ты знаешь, какая у меня сила и какая у меня выдержка, какое терпение. Ой, я сам в шоке. Я вчера на почте взял, но даже туда не заглянул. Я ждал этого момента. Ладно, что я говорю, меня аж трусит, Катюня. Давай, моя хорошая. Да ты шо, Юра, и шо це? А ну-ка. Мама дорогая, помидоры, манго или папайя, шо это? Они в каком-то меду. Ты бачишься ты? Еле-еле. Ой-ой-ой, как красиво, Юрочка. Сейчас будем смаковать. Це шо? То же самое. А, я понял, потому что, как это, по усам помажешь, а захочется еще, а еще нет. Поэтому еще и контрольный. Так, а вот это вот, вот то, что он говорил. Короче, ты посмотри, что человек делает. Наполеон. Я такой первый раз в жизни. Для зайца. Ай, кайфанешь. Сам квасит. Короче, там огурчики, капуста и любовь с Борисполя. Ух ты шо. Да, и мы под это дело решили, ну не просто ж так, капусту грызть. О, Серега, здоровенькие были. Ага. Да, и вот это вот огурцы с капустой натолкнули нас на... А я в рынду не дал. Кинкот. О, я вместо матюков теперь бибикать буду. Тогда тебе надо с ними расставаться. Что? Ребята, пока не забыл. Все, теперь официально можешь резать селедку. Открой мне вот эту коробочку тоже, дай уже я посмотрю. А, это Катюня из Голландии приехала. Слышишь? Так а если вдруг там запрещенные, это что ж показывать? Как запрещенные? Нет там запрещенных. Открой мне. Ну в Голландии же можно, а тут нельзя открывать. Нет, их официально заказывают. А что, у нас уже разрешили? А, в лечебных целях, я понял. Да ты что, ребята, кто заболел, приходите. И вас мы тоже вылечим. Мне надо какую-то емкость под картошечку. А. Маратик, ну хорошо, хоть не под анализы, родненький. Да, под картошечку бери себе, что надо. Под какую картошечку? Нарезать. А, прям сюда. Прям, родненький, шмаляй, возвращай обратно, мы крахмал из нее выдавим, потом вот теми трусами высушим. Катя, это нам просто не сильно нужна. А что ты хочешь? Ну, она нам сильно нужна. Я неправильно задал вопрос. Катя, нам-то просто сильно нужна. Возьмите. То не просто, то скатерть. Тем более. Я не уверена. Постирается. Не, нам надо будет из картошки всю влагу выгнать. Поняла? Ёшкин кот. Что? Может, сейчас? Дашь воспользоваться своей сушильной машинкой? У неё же, знаешь, какая машинка есть? А что ты, там картошку еще никто не сушил. Мы будем одни на ютубе, я тебе говорю. Увидишь. Единственное, что там только циклы надо ждать, там полтора часика минимум, наверное. Нет, там можно отключить при желании чуть-чуть раньше. А? Блин, а было бы неплохо. Там есть на время ставится. Я, там мне больше не время, там обороты центрифуга, видел, ставишь максималку. Готовят кушать в посудомойке. Как? Готовят кушать. В посудомойке? В посудомойке, да. А, Серега, так что ты не, как это, не первопроходец будешь. Ну, я не... Кать, я вообще за сушилку сказал, а не посудомойку. Я не знаю, как вкусно или нет, но то, что еда будет чистая, это по-любому. А что же они там готовят, Марат? Ну, без добавления средств, конечно. Ну, понятно. Там пропаривается еда, все там, температура до 75 градусов. Серьезно? Как сувид получается, да? Ничего себе. Придумали ж такое. Хорошо, что у меня ТикТока нет, елки-палки. В вакуумных пакетах кладут туда и готовят. Там, когда рассказывают... Слушай, я что хотел сказать, но уже поздно. Потому что Марат чистилка хорошая. Марат говорит, давай несу, давай половину. Я говорю, хорошо. Да, ты знаешь, как приятно этой штукой лохматить? Просто. Просто для правильной жарки картошки ее не должно быть в сковородке много. У меня когда друзья в Израиле приходили на жареную картошку, я жарил в двух, иногда в трех сковородках. Маратик, ну то у тебя были... Только чтобы правильная была. Ну то у тебя были сковородочки. Не, у меня были большие, но не такие. Ну не такие, не надо, не надо. Я видел, что у вас там в Израиле есть. Такого точно нет. Не обижай, пожалуйста. Я с любовью. Ты же меня прервал, а я же не договорил. Я хочу сказать, что у вас там есть все, кроме таких сковородок. Поэтому вы сюда и приезжаете. За сковородками. Так, все, здесь я уработал. Слышишь, помимо инструмента, поросенок нужен. Ну или свиненок. Кормить кого-то этим.
Так, что делать? Ладно, потом заведу, потом и покормлю. Ой. Ты так зевнула ее, что мне сразу пришла в голову идея, куда шкурки можно деть, видел? Иди, Сережа, иди. Вот аппетит у нее. Ой-ой-ой-ой-ой, Марат, Марат, Марат. Как я ему организовал, а? Банкет. Семья Манзул. Вкусная штучка. А чтобы Маратик не мерз? Сегодня не холодно. Сегодня тепло. А что ж ты ему лафетничек красивый не дал? Блин, Оля прислала такую посылку. Сама сходи. Ты же хозяйка. Иди сходи, а я перелью. Ладно. Я это вырежу. Ты знаешь, где? Да. Марат, сейчас он вам красиво сделает. Яша там орет. Может, Яшу на улицу вынесем? Катюня, это совсем другой рецепт. Подмороженный Яша. Короче, они настолько старые, что даже у них ГОСТ сточился, Марат. Обалдеть. Это начало 20-х, может быть, конец 70-х. Ну, 800-го года, понял? Смотри, зеленый оттенок. Обалдеть. Они друг на друга не похожи, все разные. Серёж. Олечка, целую ваши ручки. Запорожье рулит. Дай что я хотел ручку. Сказать? Возьми в ручку. О, вот эта вещь. Да. Таких на барахолке очень редко. Вот такую берешь, и руки дрожать перестают. Слава богу. Я думал, у вас не дрожат, Марат. У меня практически никогда. Да ты что, какой молодец. Прямо почти долил. Ёлки-палки. А я тебе говорил, что здесь грамм 40. Ребята, будьте здоровы и счастливы. Спасибо. И как оно? Из такого. Спустите Шикардос. На первый этаж. Возьми что-нибудь себе куда-нибудь. Сереж, спусти лафетник на первый этаж. А, Олечка, все нормально. Как это? Выехала 6, доехала 5. Ну, один побился чего-то. Наверное, на счастье, по-любому. Я не говорила. Ты взял и проговорился. А я же нормальный парень. Ну, конечно. Какие у тебя секреты могут быть? Никаких. А? Марат, по традиции липованской японской, надо нож замочить в том, что ты готовишь, чтобы он воссоединился. Короче, там такое. Ну, традиции японские, не мной придуманные. Я думаю, ты своей катаной тоже можешь нарезать картошечку. Блин, как он шьет, конечно, как он шьет этот накирис привоза. Смотри. Режем хаотично. Да, как угодно. Короче, по-домашнему, одним словом. Да. Кто-то нарезает брусочками. Я вообще люблю треугольниками. Ну и тогда больше сторон обжарки получается у картошки. Но это абсолютно не важно. Вкусно получается и так, и сяк. Да. Как кто любит. А я люблю, чтобы она нет-нет, да вот таким вот пластом немножечко слиплась. И ты так переворачиваешь, и у тебя, и у тебя не одна корочка, а вот такое себе слияние. Ой, как я люблю картошку жареную, ёшкин ты кот. Были времена, что я ее только и жарил ее. И то это было за счастье. Катюша, скажи что-нибудь. Что у тебя случилось? Ну, кроме того, что ты не спишь уже неделю. Ничего, просто красиво вы это все делаете, я любуюсь. Можно? Попробовать? Лучше не надо. Полюбоваться. И да, думаю у тебя о том, же маникюр. И думаю о том, чтобы ты прицепил мне вот эту плиточку. Я практически каждый раз на ней падаю. Ты можешь лучше один раз запомнить? Угу. И перестать меня по пустякам этим... Ты дров видела сколько? Вот за это у меня голова болит. Тебе же надо печку топить. Надо. Там еще за домом лежит, это все же не нужно. Во-первых, некрасиво. Во-вторых, я хочу, чтобы оно все было аккуратненько, сложено. Ну, по-хозяйски. Да и огород мне еще накопать надо. Ох, тут дел, тут дел. Ладно, гуся потом заведу. Им же тоже заниматься надо. У тебя попугай уже есть, хватит. Слышишь? Так может у нашего Яши гусь появится, друг появится. Вот на клетке. Это видео 22 года гусю. Сколько? 22 года. Одноклассник мой, что ли? И что? И он живет в квартире,
такой любимец. И абсолютно еще живой такой, ходит, гуляет, да? Бегает, да. Прям по квартире, как собака? Да. Вот такой черный, с каким-то, как-то его назвали, он какой-то очень фирменный, дорогой гусь. Прямо да. Как гусь-ворон-долгожитель. 22 года. Ну, есть такие лебеди черные. Не знаю, сколько лебеди живут. По-моему, недолго. Ну, это когда любимую забирают, они тогда бздынь. Ну, это да. И разбиваются, правда это? Говорят, да. Там а, я понял, что он так долго живет. У него любимой нет. А любимой-то у него нет, короче. Ёлки-ты-палки, все его любят, а он никого. Вот оно тебе, откуда здоровье гусиное берется. Что ты, девочка моя, хотела сказать? Что кто-то спрашивал, где такие жилетки купить. Так это ж ты покупала. Да. Это ты покупала. Я знаю, в поиске вводите жилетки с подогревом. Ребята, у меня эта кнопка. А ты не всунул себе? Повербанк. Он не включил, тепло сегодня. Короче, маленький повербанк кидаешь на карман. Ладно. Да не надо нам тут стриптиз. Да я не, что ты как успокойся, я же не для тебя, для людей. В карман залез, полохматил, проводок достал. Джбунь, это одеваешь, когда стираешь ее. Чпок. Кнопочку включил. Сколько здесь? Три режима? Три режима, да. Легкий, средний и... И январь месяц называется. И январь месяц. Да. Или конец февраля. Поясница. Здесь грудная часть тела тоже все нагревается, но в основном поясница. Да что ты рассказываешь, посмотрите, он с Израиля до сих пор живой, елки-палки. Третью зиму все у него хорошо, поэтому... И света у него есть. И света у него есть. Блин, ну в свете очень этот фурик идет. Просто именно она как одела. Я сказал, что я по праздникам буду давать ей поносить. Ты что? И но... сфотографироваться на паспорт, да. Хорошо, но у вас же в Израиле каждая суббота это праздник. Да. Света? Я за тебя только что договорился. По субботам раз, фурик ваш. Раз в неделю. Короче, у Марата есть технология. Я даже не знал, но теперь точно уже буду знать. Помимо того, что сейчас мы ее хорошо промоем. В холодной воде. Чтобы этот крахмал вздрыснул. Ну а дальше я включаю Марата и дождитесь. Интрига. Ну что, отмочилась? Да. Как там? Первый этап технология. Ладно, в принципе, здесь можно ее не отжимать, да, потому не что отжимает, и, да, ее ждет это все впереди. Сейчас нам надо сделать пока вот так вот. Избавиться от этого первого крахмала. Скажи мне, елки-палки, у меня-то сейчас все быстро пойдет. Нам же надо уже шкварки обжаривать. То, что мы делаем, я же знаю, сейчас люди не знают. Начнем, да. Нет, просто мы все равно не как это? Потеряет смысл. Ты про что? Второй этап картошки. Мы потеряет смысл. Начать. Вот я же за это и говорю. Все, готово? Капельку масла. Да зачем оно тебе надо? Да что ты как этот? Вот послушай меня. Чуть-чуть. Я думал, на чистом сале, как ляпнули. У него же технология, Сереж. Капельку. Ну, две капельки хотя бы. Слышу, огурчики не закипят? Что это за коробка еще? Ну, открой же мне уже. Прошу тебя, как человек. Может, я проснусь? Давай, да. Давай, на огурчиках. Марат, ему надо... Сейчас посчитаем, сколько я скажу. Ям. 60 на 60. Ты забыла еще, давай, 90, и это про тебя. Ребята, что-то я не перестаю вас понимать. Вы о чем вообще? Сейчас, Марат. Какие ямы к посылке? Да-да-да-дан-да-дан. Дараландонда маскарпоне. Короче, тут что-то всего понабирало. Сколько? Это не должна была бумажка. Ты что, у нас дешевле, елки-палки. Поэтому я тебе говорю, что ямы надо тщательно копать. Что это такие? Марат. Корешки, Марат. Это ванила шпра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 п
специя, в картошку сейчас добавлю. Смотри, если бы заказывал я, ты бы почти угадал. Но это же заказала Катюня. Какая специя, какая кухня, какое приготовление? Блин, это опять цветочки какие-то. Да? Это кого тигра, елки-палки. Ты что? У них там куры в Голландии. Ты посмотри, что за ноги немытые. Фу! У нас на приводе красивее. Нет, это, Марат, необыкновенные. Вот от слова именно вообще необыкновенные пионы.
Так, меня радует все, когда они цветут, когда они растут. Но как их надо сажать, чтобы ты понимал? 60 на 60 и на 60. Очень, очень добрый муж. Я просто смотрю на цены. Марат, а я, чтобы быть добрым, денег не имею, понимаешь? Мне, в принципе, и расставаться не с чем, так что... Друзья, и мужчины, ко всем вам... А, я же забыл позвонить. Ага. Обращаюсь. Да, не носите деньги, но вам не надо, будете здоровее, короче, что. Меньше нервов и больше счастья. Ага. Чтобы вы были здоровы, да. А пионы, да, ну да, 60 на 60. А, это пионы. И на 60. Это пионы, ты что? Это все пионы. Это все пионы. Так их там не так много, их там всего 6 кустиков. Я надеюсь... Я надеюсь, в этом году это одна посылка? Больше не будет, Сереж. Катенька, а что, их надо вот на зиму под мороз садить? Да. Катюша, да. Я хочу, чтобы сегодня, после того, когда я тебе их посажу, чтобы вот там вот завтра висели твои трусы. Поняла? Хорошо, Сереж. Все, договоримся. Три пары для тебя. Ты что, моя ты хорошая? Не, какие-то необыкновенные, понял? Они весной не расцветут. Миланя проснулась. Да смеялись? Люди добрые. Ах ты, блин, уже хорошая. Идеально. Спит, укачал я ее? Миланька, дай еще папе полчасика. И проснешься уже на картошечку. Все, Маратик, твой выход. Сало сразу. Конечно, сало. На среднем огне торопиться не надо. Вообще. Вот я и ставлю средний. Ох, Маратик. Нам сейчас главное сделать красивые скварочки, чтобы сало вытопилось. Мы так и сделаем. Ребята, я жарил картошку на курдюке. Тоже очень вкусно. У кого нет дома сала, а вдруг оказался в морозилочке курдючок, подойдет шикарно. Ты шо, оператор сейчас именно на коне? Это ее любимое, сделать сейчас людям обморок голодный. Ребята, это мы почему так долго видео наше начинаем? Да чтобы у вас было время подготовиться, да. А пробуем потом быстренько, ну чтобы как это, чтобы вы могли быстрее успокоиться. Обалдеть, Катя, снимай, сам буду любоваться зимой. Как включу себе эту картошку на весь телевизор. Ой-о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 й. Миланюшка, не захотела, да ты? Моя девочка с патоньки. Проснулась, все, глазки открыла. Вставай, моя любовь. Потусуйся с пацанами. Опача, ты кукла. Доброе утро. И что, тепленько тебе? А, ты моя хорошая. Марат, гони огурец. Или что там у тебя есть, там что-то полезное? А, сейчас я дам ей. Цибулю она любит, а чего нет? Нет, огурчик соленый. Сейчас, две секундочки. У нас же тут есть запасы. Да, сейчас папа даст. Сейчас, огурчик. О, да? Нашел, тут даже и в комору бегать не надо. Ай-да-дай-дай-дай-дай-дай. Ай-да-дай-дай-дай-дай-дай. Может, Юре надо было дать? А ну-ка, выходи. У кого пальцы на пинцет похожи? Давай достану. Ты что, она их любит? Держи. Доброе утро. Вся в мандарине, это я ее угощал. Ты бачишь? А ну. Подам с огурцом. Да? Вот так просыпаются липованские дети. Не успел встать, сразу огурец держи. А дальше селедка, дальше будет больше. Ну что там у тебя сало? Ох, чувствую, хорошо. Красиво, все красиво. Так, я же тут не все достал. А вот теперь мы дальше можем уже продолжать технологию. Еще рано, я тебе скажу, когда. Именно за технологию? Да. Да я понял. Я бы уже просушил, но нет, надо еще немножко поиграться с ней. Да ты, Марат, еще тот технарь. А ну дай-ка я полезное вылью в огород. Кстати, на самом деле полезная. Крахмал? Слышь, любая трава потом будет в картошку превращаться. О. Это тебе не дома с 11 этажа. И соседи ругаются. А здесь все по-домашнему. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты посмотри, как нежно. Слышал. Лучок, вот чеснок, так, горилка, все. Вот так, и посмотри, сколько уже жира вытопилось. Там, Марат, его будет так, что заберегай. Это же сало липованское. Честное.
Как это? Не надутое там этим силиконом, там, не ботексом. Это именно чисто природа. Кукурузка, трава, пшеница. Жизнь такое, спортлото, полюбила, но не то, выиграл, люби джекпот, присмотрелась, идиот, я для всех накрыла стол, есть и перчик, и рассол, будем мы сейчас гулять, наливать и выпивать, все будет хорошо, я это знаю, хорошо, все будет хорошо, ой, чувствую, я девки загуляю, ой, загуляю, фу, ёшкин ты кот, эх ты, задумался, Катюня, Марат, оператор. Шо, файно? Файно. Достаем? Да. Эх, ребята. Мы с вами ненадолго. Даже не прощаемся, а говорим до свидания. А свидание наше будет буквально не за горами. Да ты шо, шо за нектар там получился? Ай-яй-яй, это ж самый цимис. А хруст какой нечеловеческий, ты понимаешь? Когда они сыпятся. Мама дорогая, шо за блюдо, шо за блюдо? Позавидует нам Люда. Кстати, Людочка, да, нас по-любому Люды смотрят. Целую ваши ручки. Шо? Шо ты разрушил? Огурец закончился? Эх ты. Дай помидор. Ну хватит ей. Да я не за, я за свежий. На, потом постираешь его. Ну, ребенка. И быстрее иди к нам, у нас технология. Ну-ну. А что ну-ну? Марат, держи, меняемся. Как в танце. То я тебя, то ты меня. Ну, кружишь когда. Вам не надоело из миски в миску перекладывать? Я тебе говорю, технология такая. Она мне снилась, но я забыл, что мне снилось. А потом опять в оранжевую? Я сейчас просто объясню. Ребят, смотрите, у нас... Масло горячее, сковородка большая, картошки много. Если мы сейчас опустим всю эту картошку в масло, какое бы оно накаленное ни было, оно моментально остынет, и картошка начнет жариться неправильно. Поэтому берите, у кого не так много, обдавайте просто кипятком на полминутки. А люди, я сейчас как сейчас вижу, сидят возле телевизора там или возле фильмоскопа, короче, едят макароны, вот, и думают, вот завернул, делать, так да. Завернул, наливай. Просто да. Мы ее чуть-чуть подогреем под горячей водой, Сережа, сейчас. Да ты что, и потом вернем ее сюда, и на полотенце аккуратненько просушим, и понеслась. Да. Давай. Причем ее туда надо будет возвращать? Чтобы картошка не была холодной. Куда? Туда. Туда, ты говоришь, а потом вернем ее туда. Нам просушить чего? Надо. Ты что, не видишь, для чего мне сегодня гриль нужен? А? Катюня? Тут же два шикарных рушничка. Спасибо, гриль. Ты читаешь мои мысли. Так, что где? Горячая вода налево? Горячая, которая... Марат, тут такая кипяток, что аж ногти заворачиваются. Иди поговори с ребенком, а я пока сделаю то, что надо. Давай. Сейчас. Пар пошел. Ты видишь? Все. Тихо. Не разбегаемся. Девочки. Короче, тут такая технология. Мне нужен, помощник. Как, нет, как у нормальных хозяек, кран. Слышишь, так а что он с этой штукой? Или что это за кран? А, ничего себе, Марат, я только что-то придумал. А, горячая. То знаешь, вытаскиваются и там шлангочки есть, короче, и можно поливать со всех сторон. Но нам этого хватит. Ай-яй-яй-яй, что не сделаешь ради хорошего дела? Прогреть ее, оказывается, надо было. Вот Марат. Как выдумал. Я думал, что он только плов умеет готовить. Нет. Еще и жарит неплохо. Света счастливая женщина. Почему? Ну, готовит ей. Да, так и ты готовишь. Значит, не только Света. Ну. Водичка в доме, сейчас вынесу, Маратик. Все, Марат, прямо хорошо у меня тут уже горячо. Уже пахнет пюрешкой. Все, весла, господа. Прям горячая картошечка. Вот так. Я с партиями просушу. Аж видно, как пар идет. Елки, ты палки почти пюре. Можно, да? А чего ж не можешь? Конечно, я ж. Так. Пока оператор Миланьку кормит, я ж взялся чуть-чуть за операторство. Массажа. Я не знаю, как кто, но я уже сам думаю, ты что, ее еще и жарить после этого надо? Да.
Во-первых, она сейчас теплая. Во-вторых, она не будет брызгать вода, которую, ну, представляешь, раскаленное мясо. Ну, мы же жарим картошку, а не воду. Ну, правильно. Угу. Слышишь, ты когда эту с яйцами уже разделаешь? Это разделаю. Агрегат такой, слушай, а спина просто... Ёшкин ты кот. Маратжан, сковородочка. Уже дымит и просит. И что? Первую партию. Сейчас тепленькой картошечки. Да, именно тепленькой. Вот так вот бери за 4 уголочка. Я, даже если полотенце запачкаешь, с оператором договоримся. Постирает. Почти. Эх ты. Кидай, это еще вкуснее. Ага. Стол мы протирали. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай суши вторую. Ага. А я тут на шухере постою пока. Сейчас чуть-чуть газку дадим. Тепленькая. У Миланьки там зубы очередные лезут. Сколько там у людей зубов, когда они уже все вылезут? 36,6. Вот Миланюшка. Вот это нормальная порция. Хватит всем. Только нижний слой не трогай. Да я вообще не трогаю, что ты как этот. Я просто немножечко хочу поталапаться. Это ж так приятно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну все. Ждем немножко. Ждем, не трогаем вообще. Первые минуты 3 не трогаем вообще картошечку. Все. 3-3,5 минуты. Как раз будет время селедочку почистить. Правильно? Ага. Что, Миланечка, картошка? Скоро будет. Скоро будет, попробуешь. Сейчас пока сырая еще. Он сидит, что Маратик тут исполняет. Тебе огурцы не мешают? Так, не забудь же поперчить обязательно. Молоко и икру не выкидывайте, Маратик. Я в курсе. Молоко? Угу. Красиво? Завораживает, говорит. Ты видишь, Марат, что мы сделали? Она почти не шкварчит, воды нет. Да, потому что правильно все. По технологии. Перепада температуры тоже нет. Полный шикардос. А ты говоришь, что мы сегодня так по-простому, по-рабоче-крестьянски. Ага. То я ее даже, как в прошлый раз, заморачиваться чистить не буду. Да не надо, не филируй вот так вот чистенько, красивенько нарезал, чтобы было там еще и косточки погрызть. Да такими большими. Масочка жареная осталась. Не спеши. Да я не тороплюсь, просто открыл. Чтобы она как-то обогатилась воздухом, кислородом. Миланька, понюхай, как семечка жареная пахнет, а? Ой, ну вот это вообще капает. Смотри. Ты шо? Вкусно? Губа жирная. Ничего страшного. Пахнет? Понравилось? Не, пить нельзя. А нюхать можно. Марат, ты посмотри, как она нюхает. Прямо носиком залезла в бутылку. Ты моя любовь, да? Папа вот вырос с таким ароматом. Я же говорил, что маслобойка у нас там по соседству была. Еще хватит. На, лучше чайка. Смотри, на тебе, как будто бы масочка. Буль-буль-буль-буль-буль. А? Жареная. За здоровье молодых. Чай травяной. Полезный. Василич, ваш чай пьем. Вкусно? Скажи, что масло не чувствуется. Вкусно. Эй.
Мы с Катюней, когда были на этом, на Занзибаре, этот город, Стаунтаун, старый, там, где Фредди Меркьюри родился. Ага, и мы там по базару ходили. И купили там масло обыкновенное, ванильное, точнее необыкновенное, вкуснячее, пипец. Понял? На базаре там местные продают, открывают тебе бутылочку, ты его нюхаешь, шедевр, просто кошмар. Приходим домой, в номер, начинаю, что, масло? Начинаю делать Кате массаж, а оно не пахнет. От слова вообще. Они что делают? Берут, короче, ванилью вот так вот горлышко помазали. Туристу дают, понюхал, шикардос. А там масло обыкновенное. Ты что дал на свою голову попробовать? А у нас на базаре нет, ребята, пахнет и крышечкой, и под крышечкой. На тебе лучше помидор. Держи. Маратик, ты не хочешь помешать? Давай я тут с огоньком играю, то наяриваю, то отпускаю, чтобы все было нормально. Цибульку что, беленькую дадим? Хотя у меня там беленькая есть почищенная. Дадим и ту, и ту. Да столько же ты же не любишь, когда столько много. Ну, ладно. На эту партию хватит. А, нам же туда для цибулины по-любому надо. Я имел в виду в картошку. Я за это и говорю. Газку даю. Ай, золото. Прекрасно. А вы будете туда шкварки добавлять? Обязательно. Катя, это мы вообще-то додержали наконец. Может, не надо? Не надо раньше времени говорить. Марат все видео держал, терпел. Говорил, потом узнаете. Там Марат, у нас аудитория такая, что сразу нас срисовывают. Все. Пусть насильно магнит немножко побудет. Все, договорились. Ай, запахло картошечки. Нянь. Нянь, хочешь позвонить? Алло, детский садик, запишите меня, скоро буду. Алло. Алло. Она уже пытается сказать слово «дайте мне картошки». Ау. Ау. Да, ты так и заговоришь у нас. На кухне. Миланюшка, мы уже звонили бабу Кате, все нормально, не, как это, не беспокой человека. Карасем торгует, на что ты думала? А селёдочка какая красивая, ёшкин ты кот, ой. Вкусная? Не картошка, конечно, скажи. Это аперитив? Ой, Кать, как красиво отсюда просто, я даже не знаю, куда лучше смотреть, ты посмотри. Вот просто шикардос, а? Юрина капусточка с огурцами. Так, Марадик, это я хотел оставить. Целые, чтобы были кольца. Ну ладно, будут полуколки. Так вот у тебя же целая. Это я хотел туда. Ну, не важно. Ты это на селедку-то имел в виду? Да. Это будет это, да, на селедку тогда. Тут просто крупнее, красивее кольца получились целые. Ладно. Ты полу этими делаешь? Четверть, Серега. Давай, ты четверть, а я люблю половинки. И что, помешаем? Все отлично. Лучше не придумаешь. А ну-ка дай-ка я вот это вот. Стой. А, что за цвет? Милане, я для тебя стараюсь. Пошел лучок, ребят. Ага. Горячая. Горячая сейчас попадаст. Вон, смотри, как...
Маратик лук отправляет. Две луковицы на вот эту огромную сковородку вполне достаточно. Не перемашивайте с луком. Он немножко может убить вкус картошки. А как по мне, так он сладости добавляет. Сладости надо в норму. Все в меру. Цибули богато не бывает. Дуй. 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 Скажи, пока что я только дую. Она как Буратино, понял? А. Горячая? Ох, Миланечка, мы здесь с тобой в ароматах стоим. Это просто шикардос какой-то. Держи, моя принцесса. Держи ручками. Кушай. Все, дегустатор пробу снял. Говорит, давай еще. Так подожди, дай мы пожарим. На, веточку укропа. Я уже не знаю, чем тебя кормить. Укроп тоже вкусный. Не веришь? Дай попробую. Дай мне. Как вкусно. Не картошка, конечно, реально. Я же его сам говорю. Козлик мой любимый. Оп, папа все съел. Эй, да хватит, конечно. Шо, Марат, мое любимое дело? Так, шкварочки, о, какой укроп, шкварочки возвращаем, а? Укропчик пошел. Соль, перчик. Ребят, перец немножко, он здесь нужен больше для аромата, чем для того, чтобы было остро. Он как я делаю, да? Да. Как Серега делает все. Все. Поперчить не забыли? Осталось посолить. Соль хорошая, липованская. А, нет, в локоть. Сыпется. Это же этот турецкий человек. Он же полуголый это все время делает. Так, бабах, тракбак, и готово. Помешали, минута, укроп и выключаем. Договорились. Та ты шо, та ты шо. О, со шкварочками, да с перчиком, это уже совсем другое дело. Наоборот, начнут увеличиваться в размере. Ага. Маратик, знаешь, что я сделаю? А? Чтобы от лишнего масла избавиться, сейчас я ее вот так вот аккуратненько сделаю, и мы уже, в принципе, можем выключать. Правильно? Вот какая удобная сковородка. А укропчик? Так сверху посыпь, по кругу. Как в цирке кони, знаешь, по кругу бегают? Так вот и ты вот дай. Чисто бубличком. О, я тебе помогу вот так вот. Хватило везде? Давай. Вот так вот. Во! Ребята, картина маслом. Все. Родной мой человек, я вырубаю? Вырубай. Та-да-да-дан-да-дан. Я пошел. Куда? Только ненадолго. Человеку объясню, ему там попробую, да? Давай, да-да-да. А я сейчас быстренько тут бахну. А он тут поляну пока накрыл. Жареное масло, да. Марат, только дверь хорошо закрывайте. А он же знает, у него что же коты. Не переживай. Барабанная дробь. Юрочка, твой выход. Ох ты, что же он там наделал? Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что? Зачвикало? Прямо затекло, потекло. Посмотри на это. Слышь, она еще живет и бурлит. И что? Ошалеть, просто шаломительно. Какая-то большая нежность. Шо? Я понял. Это нам и не пригодится. Короче, Ляган, твой выход, да?
Я сейчас так вот красивенько здесь сбоку, потом тут картошечка. Эх ты. И селедку туда же вывали. И перемешаем. Вот так вот Юра делает, ты понимаешь, что вот эта вот капуста пропитывает огурочки. Кстати, что я говорю? Я тоже хочу попробовать. На, мой. Давай твой. Прямо именно квашеные. Хрустящие, маринованные и квашеные одновременно. Аж чуть не упало. Такой вкусный. И что, в гостях? Уже запомни, здесь две ступеньки, чтоб ты мне была здорова. Ты мне еще, кстати, здоровая нужна. Хорошо, что я свои пионы не упала своей большой жопой. О, это был бы скандал, елки-палки. На весь, как его там? На весь Голландия. Да ты что, моченая. Ну, по-нормальному ее же надо заправлять, правильно, Юрочка, или как? Ну, у нас же сегодня по-простому. Или она уже готова? Селедка со шкурой. Бомба. Ракета. Рук не хватает. И места мало. Так, что там? Сейчас я быстренько доработаю вот этот весь момент. За сахаром надо сбегать. Где? Давай я принесу. Оле. Оцет. А сахаром я еще здесь не обжился. О, вот так вот. Прямо как есть. Давай, Катюшка, метнись быстренько за сахаром. А я сейчас чуть-чуть лучка сюда меленько вот так вот вхрясну. Марат, Джан, ты что? Йо-йо-йой, ай-яй-яй. Это вот сюда. Он же что-то хотел целыми кольцами, подожди. А, я забыл. Чуть не испортил ему все. На селедку. Ты что, нож не режет, а прямо бреет. Маратик, вот так вот. Все, лучше не придумаешь. Ну, побольше давай. Да что ты какая-то, елки-палки. Я уверена, что Марат хотел попозже. Все, вот так вот нормально. А эту быстренько вот так и вот. И за сахаром? Перышками. Да, сходи за сахаром. И мы уже готовы. Сахарок. Куда? Вот сюда. У меня здесь, скажи мне. Я понял. Сухой маринад. Угу. Все. Что еще? Немножечко сюда. Подержи. Сестра, ножницы. Прямо на доске сейчас подмаринуем лучок. Что еще? Да больше ничего не надо. Солька будет лишняя, потому что капусточка хорошо у нас. Ой, ой, ой. Все, Марат, наколдовали мы с тобой, как обычно, лучше всех. Хлобысь. И шо, иди, а вот, давай. Прямо вот так вот, понял, навалю. Навали, и считай, навали, Серега. Поляна готовая. Так пусть Марат поддержит тебе, не? Катюша, я еще в том состоянии сам себя подержать. Все нормально. О. Сколько же надо самогонки под это дело, а? Я вот... Ты понял? Тихо, 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 не рассыпаться. О, сало, вижу, надулось так, что обалдеть. Оставь там чуть-чуть. Можно. А тебе зачем? Чтоб было. Марат уже готов. Вилка есть, рюмка нарита. Все, и как ты хотела, я тебе там чуть-чуть оставил. Чего не хватает, Марат, для полноты? Вот, у меня все хватает. Сейчас у меня в кармане где? Хопача. Открывашка. Это он сказал просто, это что-то с чем-то. Если вот то бесподобное, то это... Ты посмотри, какое желе. Что это за джем компотский? На, Катенька. Боже мой, Марат, это даже не хочется есть, это сразу хочется этим занюхивать. А ну-ка.
Так какая разница? Без шкурки это у вас в Израиле, а здесь полноценные помидоры. Держи. Посмотрите. Джем какой-то. Из помидор? Да, он мне что-то говорил, но я не понял. Юрочка, я тебя сейчас скоро наберу. Юрочка, за твои ручки. Давай. Что за рецепт? Да такой? Типа что-то в собственном соку, я не могу понять. Да? Я такой первый раз в жизни пробую. Ха-ха-ха, мармелад для томато. Ну что, вы будете пробовать или будем просто помидоры сосать? Что? Пробовать, пробовать. Я для всех накрыл стол, виски, это ты рассол. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Целовать и обнимать. Хорошо. Огурец не забудь. Ты еще попробуй, что за огурцы пропитанные. Это, извини, зацепилось. Пропитанные, капуста интересная. А огурцы, они одновременно и маринованные, и квашеные. Вот это правильная капуста. Я же мариновал. А картоха? Блин, какой-то сущий мед. Про селедку забыли. Что? Это для гостей, да? Дай нормально покушать то, что есть. Елки-палки. Ребята, ваше здоровье. Угу. Спасибо, что были с нами. Что продолжаете быть, да. Так что, у тебя падает. С нас для вас. Не дождешься, не дождешься, елки-палки. А я и не жду. Mm-hmm. Что, вкусно? А у меня? А что у тебя? Шкварочка со шкурочкой. Как говорит Миланя. Сори, зубы не поломай. Что, Марат, вкусно? Я не понимаю, что это за праздник. Я не понимаю. У меня даже пива сегодня нет. Я на самом деле не могу понять, что это такое. Какой-то мармелад. Но мне вкус знаком, но я не могу понять, откуда. Это вот так вот делают леча. Так, собственно, соку помидоры с перцем. Угу. Заливают. Но это другое. Как консистенция другая. Человека зовут Юра? Да, с Борисполя. Вам тоже такую бочечку? Лучшие огурцы и лучшая капуста, что я ел в этом сезоне, отвечаю. За картошку я вообще молчу. Хорошо. Будьмо. Всем добра. Так и да. Ай, лафетники, ай, лафетники. А вообще огромное спасибо вот всем нашим подписчикам. Вот как сказать, это же надо, спасибо Ютубу, столько друзей заимел, даже которых я вот лично не знаю. Ребята, ну его в баню, снимаю шляпу, чтобы вы нам были здоровы, вы у нас замечательные люди, добрые, теплые, не забывайте нас, закидывайте вот этими вот душевными радостями, что может быть лучше. Короче, друзья, кецы души, с хорошим настроением, желаю вам вот того же, что чувствуем мы сейчас с Маратом. Эх ты, а это же ни за какие деньги, никогда и никуда, эх ты, так и да. От всей души, с хорошим настроением для вас сегодня колдовал с картошкой Марат. Ну и я там куда-то крошил укроп. Всем пока-пока. Чао. Блин, огурцы, ребята. Катя, ты пробовала? Это... Я такие солил, сам делал. Блин, я даже не сомневался, елки-палки. Именно просто... вот такие. Он вообще сказал, они там... соленые, хрустящие, не мягкие, именно соленые, правильно, огурцы. Они, ты чувствуешь аромат как бочковой, именно как, да. Как квашня, но не квашня, нифига. Тут нет ни капли уксуса, я уверен. А что ты на нее разговариваешь, она что еще снимает? Короче, друзья, это души, да успокойся ты уже, дай поесть, как человек по-людски, ё-моё. Картошка шедевр. Что это за сорт такой? Не сказала название, сказала, придешь на следующий я раз. Я думаю, что называется она неразвалюха. Наверное, даже, понял, одним словом, неразвалюха. Именно для жарки сказала.